Сделка по Брекситу не может быть пересмотрена. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Вараткар. При этом он подчеркнул, что соглашение о выходе Великобритании из ЕС, включающее положение «бэкстоп» о прозрачной границе между Ирландией и Северной Ирландией, единственный приемлемый вариант сделки по Брекситу. Соглашение о выходе из ЕС, включая положение «бэкстоп», это единственный вариант сделки. Переговоры по ней длились 1,5 года. Соглашение было поддержано правительствами 28 стран. В данном ключе невозможно пересмотреть ее частично, не затронув сделку в целом. Мое мнение не поменялось. Мы пошли на множество уступок на стадии обсуждения соглашения. И в конечном итоге пришли к положению «бэкстоп» в сделке. А все из-за ограничений со стороны Лондона в ходе переговоров. При этом премьер-министр отметил, что он не возражает против внесения пояснений в одобренное Евросоюзом в ноябре соглашение, но они не должны противоречить самой сути сделки.